Всем привет, друзья, подписчики мои, с вами Электрики Жео. И сегодня у нас будет крутой эксперимент с лампочкой. Хочу посмотреть, получится ли из обычного картофеля нам добыть немножко электричества, чтобы зажечь такую светодиодную лампочку. Ну а для этого нам понадобится лампочка, провод, картофель, кусочек фольги, зубная паста обязательно и патрон с соколем Е27, изолента, ножичек и... И пока что на этом все. Сейчас давайте соединим, соберем наш патрон, возьмем провод алюминиевый обязательно. И обязательно, ребята, чтобы получился эксперимент, нужно сделать таких вот два завитка. Такие две спиралики. И обязательно провод должен быть алюминиевый, не медный. Вот, ребята, собрал наш патрончик. Сюда вкрутим нашу светодиодную лампочку. Так вот, все, пускай это тут пока лежит. Берем картофелину. Картофелину сразу скажу, чем больше по размеру, тем будет лучше, тем будет больше электроэнергии и ярче будет наш лампочка гореть. Но, к сожалению, такая вот только малюсенькая картошка дома оказалась. Так, режем примерно пополам. Вот. Вот наша картошка. Далее берем зубную пасту, абсолютно любую, неважно. Вот у меня такая Colgate. Берем, мажем на картошку. Чуть-чуть. Для проводимости, да? Растираем, можно так вот друг об дружку. Чтобы более-менее... равномерно все получилось. Вот так. Оставляем. Так, сейчас, секундочку. Берем нашу фольгу. Фольгу положим между двух кусочков картофеля. Вот так. Все плотно делаем. Сейчас пойдет реакция. Ну и чтобы соединить, давайте смотаем обе половинки самой обычной изолентой. К сожалению, у меня только белая, но надо синюю. Вот понимаете, ребята, синие с изолентой замотать, эффект будет гораздо-гораздо лучше. Уже белая даже кончается. Так. Вот. Вот так это выглядит. Теперь берем нашу лампочку, патрон с проводами. Напоминаю, надо обязательно брать алюминиевый провод и сделать два завитка. Сгибаем поудобнее. И один конец провода на одну сторону. Второй на второй. Чтоб была цепь замкнута. Ну все. Теперь надо поставить и подождать. Желательно в тепленькое какое-нибудь местечко. И потихоньку начнет наша лампочка разгораться. Вот так. Все, давайте, как начнет разгораться, я вам покажу. Потихоньку, ребята, начинает помыргивать там что-то. Уже прошло минут 15. Давайте еще подождем. Вау, ребята, загорелось. На картошке. Смотрите, проводов ничего нет. Блин, слабо, конечно, горит. Я думал, ярче будет. Видимо, картошка маленькая сильно. Вау, ребята. Офигеть. Давайте пройдем в темное место и посмотрим, как там будет. Офигенно, ребята. Зашел в ванную. Горит. Все видно. Все видно, ребята. И только на одной картошечке работает.
Офигенно. Ну а если вам понравился такой офигенный эксперимент, то подписывайся и ставь лайк. Пока всем.